За последние годы Рижский дом Москвы успел приучить детей и взрослых к визитам Деда Мороза из Великого Устюга. Они еще не знали, приедет ли он к нам в этом году, но все равно надеялись и ждали. Их ожиданий главный чародей России не обманул. В предновогодних хлопотах он все же выкроил время, чтобы встретиться с ребятишками. Играми, забавами и подарками Дед Мороз предварил рождественскую сказку Даугавпилсского театра «Паукс, Шмаукс и Рождество». В надежде на подарки зайчата шалуны присмирели, зато зрители шумели и веселились. Дед Мороз российский, мне он очень понравился, потому что так было с ним весело и здорово. Скажи, тебе что понравилось на празднике? Мне понравилось играть на празднике. Мне понравился Дед Мороз, потому что мы когда фукали, рисунки еще рисовать. Волшебник выполнил, наверное, самое главное желание малышей, подарил веру в чудо, которое непременно должно осуществиться, ведь им так мало надо для счастья. Пистолет, и полицейского. А мне уже ничего не надо, потому что я уже получила от российского Деда Мороза свой подарок. У меня хомячок, и ее зовут Глория, это девочка. А для самого волшебника важно, чтобы глаза людей светились добром, чтобы их не покидало желание совершать благие дела, тогда и мир станет лучше. Новый год – это вообще уникальный праздник, который объединяет людей независимо от национальности, вероисповедания, независимо от материального положения или политических пристрастий. В этот день, в эту ночь, все добрые люди планеты выходят и поздравляют друг друга. Потому что все мы мечтаем о чуде, мечтаем о новом счастливом будущем. Дорогие мои, Новый год – это праздник семейный. Поэтому чем больше людей соберется у вас за праздничным столом, я имею в виду бабушки, дедушки, папы, мамы, дети, внуки и правнуки, тем богаче будет год наступающий. Ведь богатство – это вовсе не количество бумажек, которые вы зовете деньги, а количество родственников. Чем больше семья, тем богаче она. Друзья мои, желаю вам в наступающем 2013 году счастья, любви, взаимопонимания, и, конечно же, здоровья. Искренне ваш российский Дед Мороз из Великого Устюга. Дед Мороз обещал вернуться в следующем году. Из Даугавпилса он отправился в Резекне, где его уже ждали, а потом в Москву зажигать огни на главной елке российской столицы.